В крещенские праздники люди преклоняются святой силе воды. По древней традиции в этот праздник на Руси после праздничной литургии совершались крестные ходы на реки, водоемы и источники с совершением чина великого – освящения воды. О Иордане, крещающийся тебе, Господи! В праздник крещения верующие и гости станицы, несмотря на мороз, с неподдельным азартом купались в освященном водоеме на границе станицы Новодонецкой и поселка Бейсук. Первым окунулся в священные воды отец Алексий, иерей Свято-Троицкого храма станицы Новодонецкой. Вслед за ним окунались все желающие. Те, кому знакомы эти ощущения, несмотря на мороз, спокойно погружались в воду. Для новичков это было неким шоком, но приятным. Мне страшно, холодно. Благо получаешь после того, как уходишь. Когда уходишь, именно уже на землю становишься, совсем другое ощущение. Хорошо, бодро. Считается, что купание в водоеме на крещение смывает все грехи, а простудиться в освященной воде невозможно. Действительно, диву даешься, смотря на купающихся в ледяной воде.